От матча остались приятные впечатления, положительная, хорошая интенсивная игра. То, что мы победили в товарищеской встрече, это хороший знак, потому что на поле мы видим результаты, отражение тренировочного процесса. Все, над чем работаем, в сезоне нам поможет. Сейчас будут выходные, нужно будет отдохнуть физически, ментально и вернуться уже к тренировкам со свежей головой, отдохнувшими. Мы с женой полетим в Лондон на несколько дней, чтобы, как я уже сказал, отдохнуть и ментально, и физически. Понятно, что когда вернемся, нам надо будет работать в два или в три раза больше для того, чтобы свое положение в лиге исправить.